в этом видео мы попробуем упихать эту немаленькую коляску Bumble Ride в багажник BMW i3. Значит, коляска складывается. Опа. Залочь. Вот эти штуки. Да, ее нужно закрепить. Отправляется в багажник. Я пробую это первый раз, поэтому боком. Пока не уверена, в каком положении она должна быть. Все, захлопываю. Вот. Даже можно еще тут сбоку что-то дополнительное положить. Вуаля! Браво!